приветствует супермаркет «Семян» и наш сюжет «Антифейк. Стоп. Подделка». В сегодняшнем сюжете мы расскажем вам об оригинальной упаковке кабачка «Кавели» компании «Байер Нюнемс». Хочу обратить внимание, что это один из популярных кабачков на рынке Украины. Проверенный гибрид, который пользуется популярностью по всей территории Украины. Перед нами упаковка кабачка «Кавели» количеством 1000 семян. На упаковке размещена наклейка с голограммой, название культуры, название сорта «Кавели» на английском и русском языке, количество семян, номер партии, обработанные семена. На обратной стороне сроки по использованию, масса 1000 семян, соответствие с госстандартом, рекомендация по хранению, также чем обработаны. Обратите внимание, такие семена нельзя использовать в пищу, на корм, для получения масел. Сейчас я открою упаковку и мы посмотрим на сами кабачки. Крупные, красивые семена, обработанные, окрашенные в оранжевый цвет. Как правило, это цвет компании, он соответствует и на этике, и на упаковке, и на обработанных семенах. Вот такие вот семена кабачка «Кавели». Спасибо за внимание!